И снова привет, зрители, сейчас будет мой парфюм на февраль 2021 года. Ты, наверное, подумаешь, что-то не густо, увидев вот это все. Но как есть. Может быть, я доделаю в феврале этого года, и оно будет в пустых баночках. Это у нас моноаромат сирень, какая-то русская безымянная фирма. Когда-то мне давно его подарили, он так и выглядел. Без коробочки, без названия, вот сирень. Тепло, вкусно, сиреневасто. Был он у меня в январе, но и на февраль он тоже уходит. Ну, как бы в феврале, 14 февраля, мой день варенья, у вас там день Валентина, у меня там день варенья. Мне очень нравится парфюм вот этот, снятый от Ифраше, цветочная диска. Мне его, кстати, подписчица Лёля дарила, за что ей спасибо. Вторая тоже, кстати, будет от Лёли. Мой любимый аромат, короче, цветочная диска, как я уже сказала. И вот он такой праздничный, универсальный, на все времена года, на любой день рождения, хотелось сказать, сказала, на любой день вообще, на любое время суток. Зимой он у меня самый такой холод раскрывался, как ночное цветочная диска. Был такой синенький флакончик с темно-синей крышечкой, но он уже снятый. Еще раньше снялся, чем вот этот. Аромат в 2011 году его издали, но сняли. Не дожил он на свое десятилетие, сняли его раньше. В общем, очень мне нравится. Тут 50 мл изначально было, сейчас где-то вот половина заюзана. Вряд ли, конечно, он закончится в феврале, но кто знает, может, я буду на себя прыскать круглосуточно его. В общем, я решила, что он на февраль достоин перейти. И вот это вот вообще, это как бы совершенно не духи, это у нас Avon Naturals освежающий лосьон спрей для тела, гранат и манго, сочность 100 мл. Но он что-то, это первый раз вообще для меня, когда я пользовалась спреями, Avon спреями, спрей лосьонами, вот мне подарила Лёлечка. И я его заюзала, и он мне так нравится, я его периодически открываю, он у меня периодически заявляется на какие-нибудь ароматы какого-то месяца. Кстати, ароматы месяца, это тоже спинка Лёли я стала снимать, так же, как уход месяца, предыдущий ролик. Но он мне что-то так нравится, слушайте. Я его воспринимаю как такая легкая туалетная вода. У меня немножко нос, не то чтобы он заложен, я сопливая, но я ароматы все чувствую. И вот он так кайфово пахнет. И я решила, что почему бы и нет, почему бы таким легким ароматом не перейти на февраль. И вот в феврале у меня будут вот такие легкие ароматы. И Ифраше, Avon, и ноунейм русский. Сиренька, моноаромат, двойной аромат. И такой вот вообще это сладкие цветочки. Малинка и мандаринка, вот так вот скажем. Такой вот красивенький флакончик, красивенький цветочек, цветочный диск. В общем, такой маленький ролик с миниатюр. Ладно, они у меня заявлены будут тоже на февраль, они у меня тут лежат, два пробника, уже год с лишним лежат, это какие-то там дофига новинки. А ты Ифраше, но их все никак не вскроют, это у нас, ну, пробники, салфетки ароматические. Plein Soleil. Я уже так давно не занималась французским, что не помню, что это. Ну, в общем, какое-то солнце. Кто пользовался, дайте знать в комментах. И утро белое. Матин Бланк. О де парфюм, о де парфюм. Туалетная вода, туалетная вода. В общем, вот. Раз уж они у меня тут лежат под боком, то пусть тоже будут заявлены два пробника и три полноценных аромата. Всем спасибо за просмотр. Буду рада прочитать ваши комментарии. Если будут какие-то вопросы, задавайте, пожалуйста, не стесняйтесь. Постараюсь ответить. Если не в тот же день, то ну, по возможности стараюсь отвечать на комментарии. Всем пока. Эй, зритель, поставь лайк, пожалуйста.